Привет, мои хорошие! Меня зовут Ольга, и вы на канале о вязании. И в сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой вот замечательный снудик. Я вам покажу, как его вязать. Я уже вяжу его не первый. Вязала и шарфиком в таком же узоре, и с градиентом. И вязала снудик на 3 косы, чуть-чуть поуже он был, из другой пряжи. И сейчас я вам подробно по пряже, по материалам, по инструментам все расскажу, из чего вязала этот снуд. Также я вставлю фотографии, вы сможете посмотреть, как он сидит, как его можно носить. И также вставлю еще фотографии шарфика, который я вязала, и снудика тоже с градиентом, который тоже я вязала. Итак, в этот раз вот этот снуд я вязала из пряжи вот такой, Ализе Мерино Роял. Это 100% меринос. В составе, вот видите, 100% мериносовая шерсть. Здесь по метражу в 50 граммах 100 метров. И производитель рекомендует спицы 4 и 5. Я вязала этот снуд на спицах номер 4. Пряжа мне очень понравилась. Цвет такой молочный, 62-й. Очень приятная тактильная такая нежная ниточка после стирки. Чуть-чуть она дала пушочек. Вот видите, вот он чуть-чуть такой еле-еле заметный. Но она очень мягкая, такая тактильная, очень приятная. Хорошо драпируется, хорошо держит форму. И в принципе тепленький. То есть, естественно, ветром продувать его будет, но такой теплый. Этот снуд я вязала специально для того, чтобы его можно было носить и при этом одевать на голову. Он у меня достаточно большой для снуда и достаточно широкий. Но это все было рассчитано для того, чтобы, когда его одеваешь на голову, да, вы уже видели фотографии, когда его одеваешь на голову, чтобы голова была полностью закрыта, только не часть головы. И по ширине он у меня получился 36 сантиметров. По высоте, если померить, то он получился 38 сантиметров. Такой достаточно объемный, такой классный, хороший, мягенький снудик. Вязать его, в принципе, просто. Единственное, что, конечно, крутить косы нужно, и, как видите, их здесь много. Если будете вязать узенький шарфик, я вязала вот узкий, который вы видели, да, с градиентом, я вязала из пряжи Газал Baby Wool, обычная, да, которая потоньше ниточка, в 3 сложения, и делала красивый переход цвета. Если нужно, я вам оставлю видео, у меня было готовое видео на шарфик. Если нужно, я его смонтирую и отдельно на шарфик, как я вязала шарфик, в каких местах я меняла нить, как набирала петельки, как закрывала, то есть все там это есть. Итак, если просто нужно, напишите в комментариях, и я сделаю такое видео для вас. Сегодня речь идет об этом шарфике, но я расскажу, как рассчитать шарфик, чтобы он был, допустим, покороче, если хотите, да, то есть вот эти вот косы убрать, как мы это все будем рассчитывать. Вяжется он, в принципе, очень просто. Здесь мы используем при вязании дорожки, это у нас платочная вязка, вяжем во всех рядах только лицевые петельки, и жгуты у нас провязываются узором коса с тенью из 15 петель. Все, в принципе, достаточно просто, и результат, видите, какой классный. Итак, по расходу пряжи. На этот снуд у меня ушло 250 грамм вот такой пряжи. То есть 5 моточков, ровно 5 моточков. У меня вообще практически ничего не осталось. 5 моточков пряжи. Вязала я спицами номер 4. У меня были круговые спицы, прямые я не очень люблю. Вязала круговыми спицами номер 4 миллиметра от производителя Нитпро. И давайте теперь посмотрим на узор. Итак, по моему снудику получилось как. Я решила его вязать поворотными рядами. Я знала, что мне нужен снуд примерно где-то 40 сантиметров. Я связала образец из одной косы и
платочной вязки, поскольку у нас здесь с вами будет идти, и посчитала, сколько у меня помещается петелек в 1 сантиметре. И у меня получилось распределение следующим образом. 5 петель в начале и в конце, это у нас с вами платочная вязка. Затем идет коса с обеих сторон, возле нее 5 петель платочная вязка. Снова коса, возле нее 5 петель платочной вязки и коса. То есть 1, 2, 3, 4, 5 кос у меня получилось. Вы можете вязать меньшее количество кос, то есть 4 косы или 3 косы. Вы можете вязать на большее количество кос. То есть это все по вашему желанию и усмотрению. Коса, как я уже говорила, у нас состоит из 15 петель. 15 петелек мы будем перекрещивать между собой. И таким образом у меня получилось 105 петелек. Мне нужно было по узору набрать на спицы. И плюс 2 петли кромочные. Кромочные петельки в этот узор не входят. Я их провязывала отдельно. И по моей плотности вязания у меня получилось, что в 1 сантиметре у меня помещается 2,69 петель, ну, грубо говоря, 70. И при этом я умножила 2,69 петель на 38 сантиметров. Ну да, у меня получилось 102 петли, но по узору мне нужно 105, и это оптимальное для меня получилось количество петель. Вы также можете сделать расчеты, посчитать, сколько у вас петелек получилось в связанном образце в 1 сантиметре, и умножить на то количество сантиметров, которое хотите вязать для вашего снуда или шарфика. И потом эти петельки распределить по узору. Вот таким вот образом я, как правило, рисую вот такую шкалу и на ней располагаю узор, который будет находиться на моем снуде. Что касается узора с косами, то перекрещивание в косах, в жгутах, мы будем делать в каждом 8-м ряду. То есть я сейчас полностью схему перерисовывать ее не буду, да? Мы с вами вяжем 15 петель лицевыми. Вот они, 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 15. Вот они, 15 клеточек. Сначала мы перекрещиваем 5, 2, 4, 5. Мы сначала перекрещиваем первые вот эти петельки, так, чтобы вот эта часть осталась сзади, да, то есть нам с вами нужна такая коса. Потом вяжем 7 рядочков, и в следующем 8-м ряду мы перекрещиваем уже вот эти петельки, так, чтобы центральная косичка, она осталась у нас сзади, да, вот эта вот часть впереди была, вот таким образом. Вот, значит, между перекрещиваниями у нас помещается 7 петелек, 7 рядов. В 8-м ряду делаем перехлест. Сейчас я на примере покажу, как я это вязала, как я делала наборный край, чтобы потом сделать аккуратный шовчик. Кстати, давайте я вам шовчик еще покажу. Вот он мой шов. Сшивала я горизонтальным трикотажным швом, или еще как называют его, шов петля в петлю. Вот, все очень аккуратно получилось. Шва практически нет, его незаметно. Снудик можно крутить как угодно. Вот, в общем, вот такой вот замечательный снуд у меня получился. Ну что ж, а мы с вами переходим к набору петелек и к провязыванию узора. Петельки мы с вами будем набирать на спицу с помощью крючка. Для этого берем крючок, который подходит под нашу с вами пряжу. У меня спица номер 4 и крючок номер 4. Пряжу я здесь использую другую, просто буду показывать, как провязываются косы. Количество петель в узоре у вас может быть другое. Итак, делаем первую петельку и провязываем несколько воздушных петель, просто чтобы ниточку нам с вами зафиксировать. Я даже не считаю, сколько здесь воздушных петелек, просто провязываем. Теперь берем спицу и прикладываем нашу с вами рабочую нить к
спицы так, чтобы у нас спица легла на рабочую ниточку. И сверху захватываем крючок, вытягиваем петлю. Мы с вами набрали первую петельку. Следующий этап — мы перекидываем рабочую нить за спицу и крючком провязываем петлю. Опять перекидываем, провязываем, перекидываем, провязываем, перекидываем, провязываем. И таким образом мы с вами будем провязывать нужное вам количество петель. В моем снуде это 107 петелек, 105 по узору и 2 петли кромочные. Сейчас я провяжу вместе с вами 25 петелек по узору и 2 петли кромочные. То есть 27 петель я буду набирать. Это будет один элемент косы. Нам этого вполне достаточно для того, чтобы понять, в какую сторону и в каком ряду мы перекрещиваем с вами петельки. Я набор петелек сейчас сделаю на спицу за кадром и вернусь к вам. Более подробное видео о том, как делать набор петелек на спицу с помощью крючка, у меня есть на канале, и ссылочку на это видео я обязательно для вас оставлю в описании к этому видео. Можете пройти, посмотреть, если в этом мастер-классе я быстренько показала, и вы не совсем поняли. Там я показываю подробно. Итак, набираем петельки. Вот, смотрите, 27 петелек у меня на спицы, и просто дальше мы провязываем несколько петелек крючком. Ниточку здесь обрезаем, обрезали ниточку и оставили. И в самом начале забыла сказать, что нам с вами нужна дополнительная ниточка, которая подходит по толщине к той нити, которой вы будете работать. И в идеале, чтобы это была не пушистая пряжа. То есть, если вообще идеальный вариант брать, да, то это полухлопковая или хлопковая пряжа, которая не ворсистая. Для того, чтобы эта пряжа потом в дальнейшем не оставляла следов на вашем изделии. И теперь берем ниточку нашего с вами основного цвета, тем цветом, которым мы будем вязать. Прикладываем ее к нашему будущему снудику или шарфику, в зависимости от того, что вы вяжете. И провязываем первую петельку лицевой. Эта петля в дальнейшем у нас будет кромочной, и первую петлю мы с вами будем всегда снимать. Первый ряд вяжем изнаночный. Здесь мы провязываем по узору 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Затем у нас идет коса, состоит она из 15 петель, провязываем их. Я вяжу классическими изнаночными петельками, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Затем вяжем 5 петель лицевыми. Это наша с вами платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вы вяжете еще один жгут, 15 петель, опять нужное количество петель для платочной вязки, и повторяете столько раз, сколько вам это необходимо. В конце мы с вами вяжем кромочную петлю изнаночной бабушкиной. Поворачиваем наше с вами вязание и начинаем вязать уже с лицевой стороны. Здесь мы с вами первую петельку кромочную снимаем. И дальше провязываем 5 петель лицевыми. Это наша с вами платочная вязка. Затем вяжем 15 петелек тоже лицевыми. То есть получается, в лицевом ряду мы вяжем всегда все петельки лицевыми. А в изнаночном ряду вяжем лицевыми платочную вязку, а жгут мы провязываем изнаночными петлями. Мы с вами связали сейчас второй ряд.
Последняя петелька у нас с вами идет кромочная, и провязываем ее изнаночной бабушкиной. Видите, она у нас такая вытянутая, но мы ее просто за ниточку подтянем, и она у нас в дальнейшем потом встанет на место свое. Провяжу и нормально подтяну. Затем поворачиваем вязание и вяжем третий ряд. Здесь повторяем, первую петельку снимаем, провязываем 5 петелек лицевыми, 2, 3, 4, 5, 15 петель изнаночными, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И последние 5 петелек вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. И последняя петля изнаночные бабушки. Теперь смотрите, мы с вами связали 3 ряда. И поскольку мы будем с вами делать перекрещивание в каждом 8 ряду, но у нас с вами в дальнейшем будет соединение швом, и при этом коса должна сама по себе продолжать, то есть начало косы должно плавно перетекать в конец нашего вязания. И поэтому мы сейчас первое перекрещивание с вами сделаем в 4 ряду. Для этого нам с вами нужна дополнительная спица или спица для кос. И мы провязываем наш с вами жгут следующим образом. Сначала провязываем платочную вязку, 5 петелек лицевыми. Затем 15 петель у нас идет отложены для жгута, вот они. Мы провязываем сначала первые 5 петелек лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Берем нашу с вами вспомогательную спицу и снимаем на нее 5 петелек за работой. 1, 2, 3, 4 и 5. Откладываем их пока что. И провязываем следующие за ней 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь возвращаемся к петелькам, которые только что отложили на спицу. И провязываем их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше провязываем 5 петелек платочной вязкой. 2, 3, 4, 5. Последняя петля кромочная, изнаночной бабушкиной. И вот такая непонятная штучка у нас пока что с вами получилась. Затем мы с вами начинаем провязывать, опять без перекрещиваний, в изнаночном ряду провязываем петельки нашего с вами жгута изнаночными, все остальное лицевыми. И в лицевом ряду вяжем все петли лицевыми. И так мы с вами повторяем 7 рядов, то есть в следующем 8 мы сейчас с вами вяжем после перекрещивания первый ряд. Он у нас всегда изнаночный. И в 8 ряду он у нас лицевой, мы будем делать перекрещивание для жгута. Сейчас я свяжу эти 7 рядочков и вернусь к вам уже на следующем перекрещивании. Ну вот, смотрите, я провязала 7 рядочков, и как нам с вами считать эти ряды? Как я это считаю, я вам сейчас покажу. Смотрите, вот у нас идет перекрещивание косички, и после этого перекрещивания вот она первая протяжка изнаночной петли. Мы ее не считаем. И считаем следующие, вот так вот раздвигаем аккуратно пряжу и считаем следующие петельки. 1, 2, 3, 4,
5, 6 и вот здесь 7 ряд. 7 рядочков я связала. Затем мы с вами вяжем опять платочную вязку, как у нас с вами идет по узору. 5 петелек. И теперь мы с вами перекрещиваем первые 10 петель нашей косы. При этом первые 5 петелек мы снимаем на дополнительную спицу перед работой. 3, 4 и 5. Сняли. Провязываем следующие 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь вяжем 5 петелек со вспомогательной спицы. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Дальше вяжем по узору. 5 петель лицевыми по нашей косе и 5 петелек для платочной вязки. Изнаночный ряд повторяем вязать по узору. И следующие 7 рядочков вы вяжете самостоятельно. И еще одно перекрещивание в косе я сделаю вместе с вами. Вот, смотрите, я провязала еще 7 рядочков. У меня теперь 8 ряд. И мы с вами здесь провязываем опять нашу платочную вязку. 5 петелек лицевыми. 3, 4, 5. И перекрещиваем последние 10 петель нашей косы. 5 петелек провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Снимаем петельки на дополнительную спицу за работой. 1, 2, 3, 4 и 5. Откладываем их. Провязываем следующие 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаемся к дополнительной спице и с нее провязываем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 петель платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5 и кромочная у меня. И вот такая косичка у нас с вами получается. И таким образом вы провязываете нужную вам высоту снудика. И когда довяжете, самое главное, чтобы, смотрите, у нас с вами перекрещивание в жгуте шло последних 10 петель, последний ряд, который вы свяжете, последнее перекрещивание должно быть перекрещивание в жгуте первых 10 петель. И после этого перекрещивания вы провязываете 4 ряда. И после этого вы возвращаетесь ко мне, и я вам покажу, как мы сшиваем обе части нашего снуда вместе. Ну вот, смотрите, я закончила вязать свой снудик. У меня он получился достаточно большой, как, в принципе, и задумано было. Если по моей длине померить, то этот снуд у меня получился около 70 сантиметров должен быть. 68 сантиметров. А если вы вяжете снуд в один оборот и хотите, чтобы он плотненько прилегал к шее, то его нужно сделать на 2-3 сантиметра больше, чем обхват головы. Поскольку мне нужно, чтобы этот снуд накрывал голову, то у меня это и он и пошире, да, вот он получился по ширине. Опять-таки до стирки 32 сантиметра он получился по ширине. Из 5 кос. Если вы делаете его уже, то, соответственно, у вас и пряжа меньше уйдет, и по ширине вам нужно будет делать его поменьше, и по длине он будет меньше. А я когда вязала снудики с 3 косичками, точно такие же, только с 3 косами,
У меня получалась вот эта вот высота 24, по-моему, сантиметра. Я вязала из другой пряжи с градиентом. Из этой пряжи получается, видите, меньше 19 сантиметров. То есть, в принципе, из этой пряжи нужно будет тогда или в две ниточки вязать, или все-таки 4 косы делать. То есть здесь смотрите, как вам нужно, да, что вам нужно. И когда мы с вами довязали нужную нам длину, смотрите, что нам важно здесь. Мы с вами, когда делали наборный край на дополнительную ниточку, мы провязали 4 рядочка и затем сделали перекрещивание последних 10 петель с наклоном вправо. То есть вот эта вот часть, последние петельки, они у нас идут с вами в эту сторону. За другой стороны снуда мы с вами заканчиваем вязать таким образом, чтобы перекрещивание было с другой стороны. То есть когда мы их сейчас с вами будем сшивать, вот эти косички, они должны продолжать одна другую. Я сделала перекрещивание первых 10 петель с наклоном влево, да, вот это вот первые петельки перед работой у меня были, и провязала 4 ряда. Последний ряд я связала изнаночной, то есть у меня здесь идут петельки по платочной вязке, они идут изнаночной, узелками. И здесь тоже, если посмотреть, первый ряд я вязала изнаночными. И вот они, изнаночные петельки. И мы сейчас с вами будем сшивать петля в петлю. И у нас все с вами получится. Итак, распускаем нашу наборную ниточку. Если набирали крючком на спицу, то это все очень-очень просто. Видите, просто распускается цепочка из воздушных петелек. И нам нужно еще на одну спицу поднять те петельки, которые у нас сейчас с вами будут спускаться. Эти все открытые петельки, их нужно поднять аккуратненько. Если использовали какой-то другой способ, то нужно будет ниточку постоянно разрезать, вытаскивать. Мне очень нравится именно этот способ набора дополнительной нити с помощью крючка. Итак, спускаете все петельки до конца, и я сейчас тоже все это сделаю и вернусь к вам, покажу, что мы делаем дальше. Вот, смотрите, я пересняла петельки с дополнительной нити на спицы, вот на оранжевую спицу, да, вот на эти, на деревянные спицы. И получилось у нас как? Я начинала снимать отсюда и закончила вот здесь, в конце. У меня была одна петля вот с такой протяжечкой. Я тоже ее накинула на спицу, потому что, как правило, количество петель вот в этом ряду на одну петлю больше, чем вот в этом. Поскольку петельки идут в другом направлении, мы их поднимаем, поэтому на одну петельку у нас с вами меньше. Обычно здесь. Если, ну, лучше, конечно, пересчитать, чтобы количество петель было одинаковым на одной стороне и на второй. И затем я отмерила ниточку в 4 длины. Вообще, как бы для такого пришивания нужно 3 длины, но мне как-то не хватило. Я помню, отмеряла 3 длины, мне не хватило. И с тех пор я отмеряю 4 длины и там небольшой кусочек на запас. Просто для того, чтобы не было потом никаких таких проблем. И теперь что мы делаем? Мы сдвигаем обе работы на край спицы. И одну сторону, и вторую. Вот эта ниточка, это у меня нить, которую я вязала, то есть вот это вот длинный хвостик, и эта спица у меня находится ближе ко мне. Работу кладем лицевой стороной к себе, то есть изнаночка у нас изнанка к изнанке. И что мы здесь делаем? Мы сшиваем, используя шов петля в петлю. Итак, как мы это делаем? Рабочая нить вот с этой стороны, и мы начинаем пришивать с другой спицы. И вкалываем сюда иголочку снизу вверх, то есть вот так вот снаружи внутрь. Подтягиваем. Очень сильно здесь тянуть не надо, и в то же время сильно слабо тоже не нужно делать. Следующее, мы переходим к первой спице. И здесь мы с вами вводим иголочку
сверху вниз, то есть снаружи внутрь тоже. Вот таким образом. Подтягиваем нить. Этот хвостик может нам пока мешаться. Подтягиваем. И теперь начинаем сшивать две петельки вместе. Первую петлю сверху вниз, то есть опять снаружи внутрь. И следующую петельку берем уже изнутри наружу, то есть в другом направлении. Захватили. Подтягиваем петельку. Возвращаемся к первой спице, опять снаружи внутрь. И следующую петельку захватываем в обратном направлении, изнутри наружу. Снова к дальней спице идем, снаружи внутрь, снимаем эту петлю, изнутри наружу. Вытягиваем. И таким образом мы с вами будем продолжать до тех пор, пока у нас не закончатся петельки. Опять снаружи внутрь первая спица. И следующую за ней петельку берем изнутри наружу. Для того, чтобы не запутаться, я постоянно проговариваю, в каком направлении нужно снимать петельки. Первая снаружи внутрь, следующая изнутри наружу. Венусовая ниточка скользкая. Давайте я вам еще поближе сделаю. Опять смотрите, снаружи внутрь. Следующую петельку изнутри наружу. И эта петля у нас с вами остается на спице. То есть каждую петельку мы должны с вами прошить два раза. Следующая спица. Снаружи внутрь. Изнутри наружу. Опять снаружи внутрь. Снимаем. Следующую петлю оставляем изнутри наружу. И таким образом мы с вами сшиваем обе стороны нашего снуда. И видите, какой у нас аккуратный шовчик получается, практически незаметный. В конце мы с вами ниточку закрепляем и прячем все кончики от нашего снуда внутрь. Снудик обязательно стираем, делаем ВТО, сушим, и наш снуд с вами готов. И смотрите, какой он замечательный у нас получился. Я надеюсь, что такой видеоурок вам понравился, что вам здесь было все понятно. Если какие-то вопросы у вас возникают, обязательно спрашивайте в комментариях, делитесь с друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо и пока!